встретиться с вами на этом замечательном, прекрасном празднике «Весна романса». И хоть весна у нас в этот раз немножечко прохладная, главное, чтобы у нас в душе всегда было тепло от любви и от всего того, что мы можем видеть и чем можем радоваться. И хочется пожелать всем участникам этого прекрасного праздника, всем тем, кому сегодня была выдана путевка на большую сцену, обязательно оставить свой след в этом прекрасном небе, полном творчества и созвездий. Творческие. Thank you.
Всем наступающим праздником Победы!